Я трогал Бупсича за... Ребят, на самом деле МГР достаточно неплохая игра. Ой, какая? В смысле она неплохая? Это калп, это просто калп, это как ты еще можешь об этом говорить? Не, ну на самом-то деле МГР достаточно неплохая, она очень даже неплохо соблюдает каноны МГСа, и стилистику МГСа, и общую атмосферу. Блин, ну ты, фашистов, это абсолютно тупорылый, типичный слэшер от Platinum Games, от бездарей, который вечно выпускает какой-то непопулярный, никому не нужный калп. Всякие байонеты, нейроавтоматы, кому это еще интересно? Тупорылое просто говно, просто я фашистов. То, что это слэшер на сайте, на самом деле даже неплохой слэшер. Я не отрицаю, что Platinum Games любит иногда выпустить что-то такое вообще не для всех, как тот же самый Wonderful какой-то там 101, но тем не менее, это же достаточно годно сделано. Да как угодно сделано по сравнению с этим говном, даже МГС 5 неплохой, МГС 4 неплохой. Не, ну это уже вообще реально перебор, это уже реально я фашист сказано, потому что по сравнению с МГС 4, с МГС 5, ну честно говоря, это даже стараться не надо, чтобы быть лучше их.